Всем привет, меня зовут Света, я очень рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. И первым делом я хочу вам предложить на него подписаться, потому что впереди вас ждет много нового и интересного. А сегодня я хочу с вами поделиться нашей историей покупки жилья в Калининграде, потому что переехали мы почти 3 года назад, с тех пор мы купили квартиру, и с тех пор я веду блог свой в Instagram о Калининграде, но как-то ни разу так подробно не делилась этой темой. И решила снять видео, чтобы полностью об этом все рассказать. Думаю, что для многих, особенно кто переезжает в Калининград, собирается это сделать, эта тема будет интересной, актуальной. Поэтому давайте начнем. Для тех, кто со мной недавно, или для тех, кто не подписан на мой блог в Instagram, уточню, что переехали мы в мае 2019 года в Калининград. Первый месяц мы жили на съемной квартире, и в течение всего этого месяца мы активно искали жилье для покупки. Нам было очень важно как можно скорее купить свою квартиру, потому что нам не очень комфортно было на съемном жилье, и в принципе не хотелось каждый месяц платить арендодателю, поэтому прям каждый день были в активном поиске. Пожалуй, стоит уточнить, что квартиру мы купили в поселке Василькова, это Горьевский городской округ, и сейчас я где-то здесь расположу карту, чтобы вам было понятнее вообще расположение Василькова и центр Калининграда, потому что я сама понимаю, что когда говоришь поселок, сразу возникает ассоциация, что это где-то далеко от центра, что тяжело добираться, редко ходят автобусы, но на самом деле в случае с Василькова все это совершенно не так, нет вот этой четкой границы, ты не ощущаешь, когда ты в Калининграде, а когда ты уже в Василькова, ты едешь по улице Гагарина на автобусе, это Калининград, и вот ты уже оказался в Василькова, то есть нет вот этого ощущения какой-то долгой дороги, и до центра от Василькова лично я добираюсь на автобусе, ну где-то минут за 20. Конечно, прежде чем купить квартиру Василькова, мы рассматривали другие районы, другие жилые комплексы. И, кстати, если для вас эта тема актуальна, у меня в Instagram есть в актуальных сторис обзоры жилых комплексов в Калининграде и даже в Светлогорске. Они там все разделены по папкам в актуальных сторис, так что можете зайти посмотреть. Думаю, для тех, кто только собирается переезжать в Калининград и кто вообще не в курсе, какие есть районы, какие жилые комплексы, эта тема будет интересной. Из тех, кто больше всего мне запомнился, это жилой комплекс Дадаевский. Там мы смотрели несколько квартир, мне понравилась планировка, но в итоге нас не устроило соотношение цены, качества и на самом деле расположения. И вот сейчас, спустя время, я понимаю, что на самом деле хорошо, что мы не купили там квартиру, это личное такое мое субъективное мнение. Также мы рассматривали квартиру на Косме, ездили смотреть эту квартиру, и нам не совсем понравился сам этот поселок. Кстати, это поселок Косма, сокращенно так называют, поселок имени Александра Космодемьянского. И тогда, почти 3 года назад, он, мне кажется, был не совсем еще развитым, и мы посмотрели сам поселок и квартиру, окна, которые выходили на окна соседнего дома. Нам это все не понравилось, и мы даже не стали потом этот поселок осматривать. Но сейчас, спустя вот почти 3 года, этот поселок уже хорошо так начал развиваться, застраиваться. Очень многие покупают там квартиры, потому что цены там чуть ниже, чем в самом Калининграде. Хотя, в принципе, поселок Косма, он относится к Калининграду, относится к центральному району, но опять же, вот по моему субъективному мнению, у меня сложилось такое впечатление, что от центра Калининграда до Космы добираться менее комфортно, чем до Василькова. Может быть, просто это уже дело привычки, не знаю. Еще, пожалуй, очень популярными среди переезжающих в Калининград является жилой комплекс Восток и район Сельмы. Там есть жилой комплекс Легенды моря, но Сельму мы вообще не рассматривали. Опять же, как мне кажется, по расположению она не совсем удачна, и по ощущениям вообще не Калининград, а больше что-то похожее на Омск или Челябинск. Но я знаю, что очень многие там покупали квартиры, очень многие стали довольными. Но, опять же, все дело вкуса, каждому свое. А что касается жилого комплекса «Восток», туда мы попали, можно сказать, случайно, потому что мы искали, для нас очень был важен вид из окна, большие окна панорамные, и когда мы пришли к застройщику, нам пообещали показать квартиру, похожую по описанию на то, что мы ищем, в итоге это оказалось совершенно не то, что мы искали, мы зря потратили время. Причем это очень большой жилой комплекс, это как такой маленький городок самостоятельный. В принципе, я знаю, что тоже многие там покупают квартиры, но если вот я высказываю здесь свое мнение относительно жилых комплексов, то, наверное, я бы
сама бы там не купила квартиру. Но, конечно, про Василькова тоже многие сейчас могут мне написать плохого. Наверное, каждый кулик свой болото хвалит, но мне здесь очень комфортно, очень нравится. Опять же, соотношение цены, расположения, качества меня все устраивает вполне. Теперь приступим непосредственно к схеме покупки нашей квартиры, потому что для нас она оказалась очень непривычной и даже поначалу непонятной, потому что в Казахстане в свое время мы покупали квартиру в ипотеку, это было все понятно, прозрачно. Здесь же мы столкнулись с темой долевого строительства, и сам термин нас уже напугал, потому что мы раньше слышали много, так скажем, неприятных отзывов об этой истории, и нам было на самом деле страшно за что-то платить деньги, непонятно за что. В общем, вся ситуация была такой. Мы нашли нашу квартиру на сайте Домофонд, и она принадлежала дольщику. И мы заключали изначально договор трехсторонний с нами, дольщиком и застройщиком, так как дольщик еще не имел права собственности над этой квартирой. А по сути дом уже был готов, вот-вот он должен был сдаваться, и дольщики должны были вступать в свои права. Единственное, только еще не был подключен газ и не работал лифт. И дольщику просто нужно было срочно продать эту квартиру, и поэтому вот была такая схема. Мы заключили трехсторонний договор, где дольщик уступал нам право долевого участия. После заключения договора мы отправили его в Росреестр, чтобы зарегистрировать. И в этот момент мы открыли ячейку в банке. На самом деле нам было страшно просто так отдавать деньги, схема была нам непонятная, и поэтому мы... До этого, еще посоветовавшись с различными юристами, подстраховавшись, мы открыли ячейку в банке, положили туда деньги, которые мы должны заплатить дольщику. И в случае, если все хорошо, сделка происходит и договор регистрируется в Росреестре без проблем, то тогда при таких условиях дольщик может эти деньги в этой ячейке забрать. И, в общем, все друг друга подстраховывают, и в итоге все остаются довольны. В итоге сделка состоялась, и мы уже сами стали дольщиками, в дальнейшем уже в скором времени сами вступили в права, стали собственниками, и на самом деле сейчас уже спустя время, конечно, это все кажется так просто и быстро, но тогда мы потратили много своих нервов и много переживали над тем, потому что, опять же, страшно, когда ты переезжаешь в другую страну, у тебя есть наличные деньги, ты покупаешь квартиру по какой-то непонятной схеме, ну, по крайней мере, тогда для нас так было. Но на самом деле тема долевого строительства в Калининграде очень распространена, здесь люди таким образом вкладываются в недвижимость, они покупают квартиры еще на стадии, когда дом только начинает строиться, потому что здесь очень много вообще строится жилых комплексов, и, конечно, на такой стадии жилье стоит дешевле. В принципе, и мы тоже почему решили рискнуть купить квартиру по такой схеме, потому что, в принципе, цены выросли, но и учитывая саму вот эту схему, да, потому что дольщик, конечно, приобретает квартиру дешевле, а когда дом уже сдан в эксплуатацию, когда дольщики уже вступили в право собственности, цены резко вырастают. В принципе, как вы можете уже понять по моим отзывам, мы остались довольны покупкой нашей квартиры, по крайней мере, учитывая, что мы искали ее в очень ускоренном формате, нам очень было важно поскорее купить свое жилье. А опять же, по соотношению цены, качества, расположения, мне устраивает все вполне. Сейчас наш поселок еще больше развивается, здесь есть все для комфортной жизни, ну и, в принципе, как я уже говорила, да, центр Калининграда здесь очень недалеко, я добираюсь где-то минут за 20 на автобусе, также здесь рядом есть еще город Гурьевск, тоже, в принципе, городок развивающийся, там тоже есть свои новые жилые комплексы, и для тех, кто рассматривает переезд в Калининград, также можете рассматривать Гурьевск в плане покупки жилья. В принципе, тоже очень комфортный, развивающийся город. Кстати, как вы можете заметить, квартиру мы покупали без риэлтора, мы не стали обращаться к помощи риэлтора, сделали все сами, просто смотрели на сайтах, я уже говорю, на сайте застройщика можно смотреть, на сайтах недвижимости, ходить, проверять, искать, рассматривать различные варианты. Но если вы все-таки сами не можете справиться, конечно, можно обратиться к специалисту. И периодически я у себя в сторис рекомендую риэлторов, с которыми я знакома уже давно. Поэтому советую вам зайти ко мне в блог в Инстаграм, подписаться и следить за сторис, за актуальной информацией. На этом, пожалуй, все. Я постаралась так кратко изложить информацию, хотя мне казалось, что я сейчас буду очень много говорить. Но по сути, на самом деле, все очень кратко, понятно и просто.
просто. Если у вас есть какие-то вопросы, можете, конечно, спрашивать в комментариях, с удовольствием отвечу. Также очень буду рада, если вы поставите лайк этому видео, возможно, дизлайк, если вам что-то не понравилось. Также не забудьте подписаться на этот канал, потому что впереди вас ждет очень много нового, интересного. Ну и еще раз напомню вам про то, что у меня есть блог в Instagram, где я регулярно появляю сторис, а также делюсь полезной информацией, можете заглянуть там актуальные сторисы, очень много сохраняю там. Ну и, конечно, публикую посты с красивыми местами, локациями Калининграда. Всем спасибо за внимание и всем пока!